ногам особенно. На данный момент у меня осталось 8,5 песо и полная сумка еды. Че-то я даже забыл об этом. У меня банан, 3 манго, 3 мандарина, 3 или 4 каких-то слоеных штуки и чипсы. Картофельные чипсы вообще дофига. Какие дела? Ладно, буду просыпаться, раз в 6 утра сказали начинать жизнь. Погнали, ребятки. Короче, что произошло? Я выхожу постепенно из города. Вот почти из города я вышел, но до места, где лучше всего стопить, еще не дошел. В общем, шел, просто дядька раздавал или отдавал, привез какой-то женщине апельсины. Ну и мне, точнее мандарины, и мне дали. Сколько вот у меня мандаринов, этих апельсинов? 3, 6, 9... 12, 15, 16, ну где-то 16, и еще у меня там еще в сумке 3. Короче, наверное, штук 20 у меня апельсинов или мандаринов, ну, в общем, какие-то вот такие штуки. Затем потом ребенок вынес такое, как пирожное какое-то, как это называется, печенюшку вот такую, блин, у меня все в крошках теперь. В общем, такую штуку. И потом девчонка еще вынесла какую-то вот такую конфету, бомба, Санди. Вот такую конфету. Че, ё-моё? Короче, она мне вынесла 5 конфет. Потом одна женщина меня еще перекрестила в дорогу. В общем, это провожают город очень приятно. И принял хорошо, и провожают хорошо. Очень такая атмосфера, очень спокойный городок, приятный. Похоже на город, который либо вот как этот в горах, либо тот, который такой маленький, не туристический, но около побережья. Тоже вот так же люди неторопливо как-то живут, что-то свое делают. Прям это чувствуется. Но, блин, чувствуется, что у меня конфеты появились, и это вообще супер круто, супер круто, супер круто. Блин. Дошел до поворота. Останавливаться. Вот, то есть тут обочины нет как таковой, сразу подъем. Туда дальше прошел, что-то дальше обочина такая же. А где сейчас стою? Ну, здесь тоже как-то некрасиво заезжать. И меня видно как бы слишком поздно для людей. Слишком поздно для людей. Попробую пирожное, которое мне сегодня угостили. Но, ребятки, всю выпечку, которую я пробовал, конечно, немного, но выпечка в Мексике не очень. Не то чтобы не натуральная. Просто есть, короче, с чем зайти на рынок. Картошка, походу. Он там, чувак в шляпе, так посматривает на меня беспокойно. Но, по сути, вот это все тоже подходит для того, чтобы я здесь остался и поработать. Либо здесь, либо, может быть, вот там. Чем не деревня? Деревня. Сейчас вот прошел в гору, идти с рюкзаком тяжело, здесь тоже на подъем. Но хотя бы есть место для остановки. Устал. Короче, опять ем. Пробую теперь вот этот соус, который был
к чипсам, угарный соус. Думал, что он очень острый, а он такой... Очень пряный такой, кислый. Пряно-кисло-острый какой-то. Я не знаю, что делать. Туда дальше идти. Как-то люди в деревню вообще не хотят меня везти. Ну и до Пуэбло сегодня пытаться доехать тоже как-то странно. Да и здесь ночевать непонятно. Можно вот такой автобус застопить, да попросить, объяснить, что типа денег нету. Причем у меня уже голова раскалывается все это делать. Мне 16 километров, я уже хочу дойти пешком. Пусть я буду всю ночь идти сейчас по горам, по этим, но я дойду. Сейчас пойду у дядьки, узнаю, может, ему помощь нужна. No lo entiende. Sí, dice que viene de Rusia, pero no puede hablar mucho el español, que va viajando así, que se lo puede uno ayudar. No, нет, muchas gracias. Мужчина предлагает мне деньги, я отказываюсь, потому как, не знаю, неудобно. У меня есть и вода, и еда, все не критично, и я все-таки хочу найти какую-то работу. Выжигательная печь, круто. То есть они тут вообще конкретно занимаются изготовлением кирпича. Круто. То есть добыча глины, лепка и выжигание. Прикольно. По-простому так все. Ну им работники не нужны. Жаль. Да я на себя порой смотрю, я уже без силы. Какой из меня работник? Вала. Нифига себе. La gente vive y todo sí, eso. Sí, yo paro la colectiva y es lo okay. Lo para Zacapuazla. Es lo que te estaba ya yo diciendo. Para allá. Ah, porque sí. Aquí está Zacapuazla. Mira, ay, me like tres. А, мужики поняли, ну, конечно, что я хочу просто поймать попутку до деревни. Я им объясняю, что 3 часа стоял, и никто даже не остановился. И у них возникла идея помочь мне более конкретно поймать маршрутку и оплатить. Let's go? Sí. На это я, в общем-то, согласился, потому что идти еще 16 километров мне не особо охота. Could you tell? Hola. Ajá. Él le paga. Nos lo deja bien en el centro, porfa. Ajá. Этот парень едет в центр. No habla muy poco el español. По-испански не говорит, просто высади его там. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Пока-пока. Thank you.
aquí enfrente. Muchas gracias. Centro. Ch- llegó. Okay. Aquí es centro. Muchas gracias. Sí, eso llegó. Так, самое первое, это то, что потеряна собака. Но это такой же город, в котором я был до этого. То есть это нифига не деревня. Так, ладно, еду мне искать не надо. Хотя еда – это развлечение. Теперь мне нужно ночлег спрашивать. Ну, я оказался в центре, что делать? Эта деревня вполне себе похожа на какой-то столичный городок, как, в принципе, и прошлый город. Пошел в кафе. Hola. Здравствуйте. Can you read? Можете прочитать или говорить ли вы на английском? Да, немного. Because I try to find some job. Потому что я просто пытаюсь найти работу какую-нибудь, как волонтер. Sorry. Yeah, sure. I'm sorry, I am. Извини, мне нужно узнать у управляющей. I'm sorry. Извини, не волонтер, не работники нам не нужны, но мы с удовольствием нальем тебе какой-нибудь кофе. Да, круто, спасибо. Окей. Muchas gracias. Кафе, вау. Я кофе. О, мне с собой даже кофе дадут. Прикольно. Спасибо вам большое. Да не, вообще без проблем.